Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня прошла битва титанов. Битва альянсов, к сожалению, мы в ней проиграли. Ну, в принципе, это было прогнозировано, потому что у нас молодой альянс, и, в принципе, я еще толком не знал, как пачки создавать. Ну, в общем, на первый раз нормально сойдет. У нас сегодня вот такая вот тема есть. Призыв Атлантиды. И я, конечно, сегодня потрешивал и повытаскивал дофигища героев. Сейчас мы еще с вами попробуем немножко потрешивать. В общем, у меня ушло где-то 70 тысяч самоцветов уже на героев, которые у меня есть. Сейчас я вам их покажу. Так, у нас там дали, кстати, сундучок. Сейчас мы забежим в альянс. Вот война. Видите, один сундук дали. Я так понял, изображение дают один сундук. Поле боя. Война завершилась. Вот так вот. Ну, тут, конечно, посильнее альянс был. Как видите, тут пожестче парни. Ладно, с этим мы разберемся. В общем, сундук войны надо дособирать 25, тогда получим какие-то плюхи. Окей, поехали, покажу вам, сколько у меня теперь топовых героев. Так, ну что, вот мои 50-ки, самые топовые, 5-звездочные, то, что я сегодня получил, уже получил, скажем так. Ну, с четверок, что я получил? Кучу Маргарет плюс 4 штуки, даже, по-моему, плюс 5. Также получил Урсены 2 штучки, Инари, есть у нас Могильщик, Хелл 2, Абакан, Марьяна еще одна, вот это все пятерки. Ну, дальше пошли у нас уже четверочки, я еще их не смотрел, будем рассматривать, думаю. Пишите в комментах, хотели вы обзоры каждого героя, я буду постепенно прокачивать и смотреть на них, но в общем... Куча разных героев. Пишите, какие кто играет, какие из них топовые, кого стоит качать в первую очередь. В общем, вот так вот. Четверки. Вот 341 героя. То есть, по сути, если разделить, у меня была там фигня. Ну, дофига, короче. Может, даже и больше потратили. У меня было, по-моему, 30 с чем-то. Ну, в общем, смотрите сами. То есть, тут... разрывается весь алтарь, не хватает места. Если взять, у меня было даже, допустим, 300 штук, это 100 где-то потратил, ну плюс-минус, я не знаю, не буду считать. В общем, поехали, покажу вам, какие шансы, потому что иногда, скажем так, бывает прет, бывает и прет. Открывал я по 8400 там идет. Давайте используем этот призыв. Открывал по 8400, и честно скажу, оттуда падает фигня. Вообще там пару попыток по 8400, и нифига толком не упал. Так, окей. Let's go. Вот давайте по 3000 попробуем. Маги. Я не знаю, мне надо будет столько ресурсов, чтобы их скормить. Я даже не знаю. И я так понял, что надо оставлять по одному герою. Так, Елра. Резчик. Видите, тройки в основном падают. Очень редко там четверки, а про пятерку я вообще молчу. Ну и, конечно же, повторки. Это самое печальное, то, что падает куча повторок. Я не знаю, какие из них там мега топовые. Так, ну что, видите? Одна четверка, две. Всего лишь с 10 две четверки выпало. Ну, призыв, конечно, поинтереснее, чем обычные те призывы, потому что здесь куча мелия.
Ну, тройки падают в основном, очень редко пятерку. С 10, вот Хял еще одна, это уже третья. Еще один могильщик. Вот видите, как поперло. Но все равно они уже есть у меня. Мне от них толку никакого. Может, где-то используются они, несколько надо, но я сомневаюсь. Это не битва замков. Ну, бонусный раунд еще, блин. Еще одна. Поехали. На Махаге. Тайрум. У меня такое чувство, что я уже всех их повыбивал. Кроме пятерок редких. Чочин. Название, конечно, прикольное у них. Я не знаю, откуда они их берут. Итого. Поехали, еще один разок призовем. Уилбер тоже их 5 штук. Он, кстати, прикольно, я смотрел, парня подсказали, режет броню и дает защиту, по идее, должен реально быть топовым. Ну, я не знаю, пишите в комментах, кто. Потому что так, в Альянсе неудобно общаться, надо будет создать телегу. Панда. Ну, вот так вот, видите. То есть, по сути, с одного захода мы получили только две пятерки. То есть, особо, я вам скажу так, они не раздают. Так, вот я хотел бы с желтых, конечно. Вот я посмотрел, царь обезьян есть. Справедливость тоже есть. Этот есть, яд есть, дава есть, Леонидас. Джун. Так, где-то... Вот, Вивику хотелось бы. 44 здоровья всех героев, получает 63% защиты. Вот это вот хотелось бы вытащить. Убирает недуги. Реально она, походу, самая топовая с отхила. Ну, давайте сделаем заходик, сейчас попробуем. Если попрет, ну, с вас, конечно же, лайки, репостики, все дела. Вступайте в Альянс, буду попозже его больше развивать. К сожалению, я так понял, тут максимум 30 человек у нас. Это очень печально, но ничего не поделаешь. Такс, поехали. Поехали за ролем. Попробуем. Может, повезет, выбьем Вивику. Ну, я очень сомневаюсь. Я здесь тоже очень много ролил по стихиям, честно скажу. Такое себя. Ну, конечно, Вивику хотелось бы больше всего вытащить. Ханджу. Так, первый заход понятно. Поехали на второй. Будет ли пятерка хоть одна? Дава. Кайлани. Пятерки вообще хреново падают. Такое чувство, что лучше там ролить, чем здесь. Чао. Здесь, конечно, больше шансы, но что там падает одинаково.
Леонидас. Но я не хочу Леонидаса, я хочу Вивику. Чао, царь обезьян. Дайте Вивику. Дали. Догнали, еще раз дали. Ну окей, let's go. Кайлани. Вивика, приди. Пум! Есть, ребятушки. Вот она. Вот она, топ отхил. Короче, это просто жесть. У меня уже здесь топовый алтарь, я надеюсь. Будем догонять по топу теперь. Качаться усиленно. Конечно, это длительное время, пока я их всех прокачаю, пока соберу ресурсы, но у меня уже, я думаю, один из топовых алтарей. Такс. Итого 424 героя. Что у нас есть? Вуаля, вот она, красавица. Вивика. Ну, в общем, можете писать и в комментах, кого качать, что делать. Это просто трэш. Всем удачи, всем пока.